Смотрите, в яблочном соке, с отжатом апельсиновом соке, я провариваю цедру, дольки яблока и специи для глинтвейна. У меня уже такой набор специй готовых. Там имбирь. Вот уже показывала, еще раз покажу. Вот такие специи я брала на Озоне. Сразу 3 штуки, 3 таких больших пакета за 700 рублей. Удобно. И они разные. Вот, видите, там крупные красивые специи. Вот, а вино я использую для белого глинтвейна вот такое, Дон Симон. Оно на самом деле очень неплохое, такое испанское столовое вино, и оно очень дешево стоит в Зельгроссе, в магазине. Мы его там давно берем, порядка 200 рублей за литр. Минут 10, когда уже поварились наши специи и фрукты, добавляем сахар. Так, и само белое сухое вино. Вот, так вот. Сколько? Каждому по потребности. Так, все, когда вино добавили, теперь самое главное не дать ему закипеть. То есть нужно довести его до температуры максимально горячей, когда он еще не кипит, и оставить на подогреве где-то на полчаса минимум. Чтобы... Так, ну вот глинтвейнчик получился. Где-то минут 40 стоял. Очень-очень ароматный. Такой вот, такого вот цвета. Все, попробуем. О, какой насыщенный, вкусный. Mm-hmm.